Доброе утро, уважаемые друзья. Сегодня 28 марта 2016 года. Город Минск, республиканский исследовательский центр, расположенный на проспекте Победителей 63, вход номер 3. В матче первого круга встречаются два юноши, значит, в черной футболке, итальянский спортсмен. Нарди. Зовут Лука, фамилия Нарди. Лука занимает 57-ю строчку рейтинга ТЕ по 14-летним юношам. И на этом турнире он посеян под 7-м номером. Соперник у него белорусский юноша, белорусский спортсмен. Пока не могу сказать, как фамилия, значит, но сейчас мы скажем вам. Рассчитывая на мощь ударов, пытается усилить и ошибается в движении. На его нет подачи. Вкручивает вторую. Укороченный удар. В общем-то, недостаточная квалификация, и, соответственно, мяч с короткого мяча Лука убивает этот мяч. 0.30 на подаче белорусского спортсмена. Опять короткий мяч. И вот уже Лука ошибается. 15.30. 4-5 белорусский спортсмен уступает в первом сете. Не проходит первый мяч. И сейчас играется решающий мяч, после которого могут пойти сетболы. Лука кладет мяч спокойно в площадку. Но белорусский спортсмен забивает, отыгрывает. Ровно по 30. По 30. Еще раз, уважаемые друзья, дело в том, что мы ведем трансляцию с турнира второй категории ТЕ Белкантон Кап. Все права на комментарии к матчу принадлежат Старикову Борису и не допускаются к распространению. Не допускаются к распространению копированию без письменного его согласия. Ошибается с приема Лука больше у белорусского спортсмена. Не проходит первый мяч. И вторая тоже не проходит. Ровно на подаче белорусского спортсмена он подает на то, чтобы остаться в этом сете. В это время на четвертом корте
закончился первый сет. Играет Александр Невков. Он взял первый сет со счетом 6-2. Противник у него белорусский спортсмен. Противоречивые ощущения возникают при просмотре данного матча, потому что соперники обмениваются невынужденными ошибками. Такое ощущение складывается, что оба спортсмена еще не совсем находятся в своей тарелке. Усиливает белорусский спортсмен. Но Лука тоже держит игру и добивается ошибки. Ровно. Большое количество браков портит впечатление от игры, но вот так вот складываются обстоятельства. На четвертом курсе начался второй сет. Александр Мягков выполняет укороченный удар и потом обводит соперника такой плосковатой свечой. Проходит первая подача спортсмена. Но он пробивает ваут. Первый сет со счетом 6-4 берет Лука. Лука. Берет Лука Нарди. Ведет по сетам 1-0. Я пока что, друзья, сделаю паузу репортажек. Вы будете наблюдать встречу спортсменов пока что без комментариев.
Спасибо.